На
вчора він прикольно запустив кандидатську дисертацію з державного управління. Попри те, що не зумів повісити. Ми члени поліції Thank you.
чому поза перший дня? Ви сказали, що в програмі Конституції можна мати силу, яка мала партнера в регіоні.
Слушайте, даже уже и в Неоме иногда на изучение, он уже месяц, наверное, уже стреляет. Хорошо, что Да? Я в Україні, 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 я в Україні,
знехтують правилами безпеки, там наповнили ті ДТП, катастрофи. Зокрема, так було в Індії, там різкий сплеск коронавірусу стався саме після свят.
наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Сьогодні президент Володимир Зеленський побував на межі з окупованими дешевше, ніж створювати нові. Із артилерією взагалі кепсько. Радянським системам поки століття. Завод міста Перм – це основний завод виробництва артилерійських систем по Радянському Союзі. У нас нема. Що стосується танкового озброєння, як би ми не вкладали гроші в «Жигуль», він «Мерседеса» не стане. Зате екіпажі наші добряче загартовані боєм. Головне, щоб прокладка між рулем та сидінням була гарна.
показує, що у нас екіпажі танків були краще підготовлені, ніж російські. Потужніший за іноземні зразки радіолокаційний комплекс ЗУПАК-3 виявляє точні координати, з яких ворог б'є мінометами, артилерією чи ракетами. Дальність розвідки дозволяє не викликає якихось унікальних видів. Підвищується частота тих форм, які типові і характерні. Thank you.
Thank you.
Apa? Papang! Все. Сам вытирай. Положи телефон, так, давай. Положи. Ваня, так, не играй пока, давай. Вот так вот. Вот, вытирай. Все? Руки чистые? Чистые. Чистые руки? Но все равно мыть надо, Вань. Так, и потом. Поднимай. Нет, здесь поднимай. Поднимай вот так вот. Так, бери эту самую. Нажимай. Вот. Вот. И теперь ставим. Закрываю. Молодец, Ванико. Я понял. Супер. Большой, Ваня. Ваня большой. Молодец. Сам вытирай попку, уже большой. Вот, вот он. На сам. Thank you.
Thank you.
Spain and for glory! Overpowered.
все, будьте замахнуты. Цього разу побольше розвернулося в Дніпровському районі столиці. У ході чистки встигли відвантажити лише пару дрібних незаконних вивозків, так званої стометрівки. Як наскочив градом спортивних і агресивних машинів з власного Продолжение следует...
Спасибо.
было бить. Или он просто бы, ну, он мог смотаться. То есть он не бил меня, потому что его могли. Не надо. Не надо, иду. Не юз, надо. Сприйми наступай. Капсикам про все подбай. Розігріваючи мазь, сприяє полегшенню болю в м'язах та суглобах. Капсикам. Моє сприйняє. Пронес на батарею. Новий ваніш видаляє плями, зберігає яскравість кольору і усуває. Сік, червоне вино і бавник. Погляньте, плями зникли і колір такий же яскравий. А ще ваніш усуває запах без проблем. Додавайте новий ваніш мультисила до прання. І щедро приправлені з одного боку. Оскільки смак ми відчуваємо язиком, виникає запитання. Яку сторону обереш ти? Спеціями до гори, щоб смакували нічно? Чи донизу, щоб насичено? Брускеті Мареті. Дві сторони смаку. Напій дві доби. Стрес, тривога. Біфрен. Знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Обирає собі за планом A та планом B. Вона не вбігає плани. Відчуйте швидкість зневолення з капсулами Нурофенекс Пресфорте. Ви насолоджуєтесь активним днем, ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Чуй життя без алергії. Підписуйся на розетку бриву там.
безкоштовну доставку протягом року. Розетка щоразу, що треба. Дайте собі звучати разом, щоб це знайти гармонію разом з нею. Я думал, что я не буду там.
Ой-ой-ой, там вот еще один. Мы его за это помолвим. Аркуша, легко.
хотіли в класі попрацюватися. Та ні. Її лише покажуть. А где еще Аня? Давай попробуй. О, 10 онлайн, капец. 37, ты про, как ты. Ой, лихоло. Играй за ульта, он тут нет, а нет. Я не хотел с тобой дружить и в Бравл у меня 4 тысячи. Ребят, Саш, как вы думаете, я хочу открыть проект? Подписчики равно Нил и стримить вот эту рубрику. Ну, то есть, смотрите, в чем прикол. То есть, я просто... Я с вами, вместе с вами буду открывать новых браузеров. Мне будут помогать только подписчики. То есть, да, они мне могут не стрима со мной играть. Ну, как бы, в друзья добавятся и... Я открою такой проект, будем играть вместе с вами, хоть в соло СД, хоть в соло, не, в соло не будет, у нас 0 побед в соло. Куда ж ты лезешь, а? Катабата, ты сраная. Куда ж ты лезешь? Куда ж ты лезешь просто? Да блин, ну не трогай меня. Ой, капец, капец. Ты... Давайте реально на вольте попробую, ребят. Если солью капку, я тебя удаляю сейчас. Я тебе говорю правду. Реально, кто мне пишет, вольт, тут имба, ребят, вы... Реально, вы не понимаете... Везде имба, сейчас везде имба, это... Я играл уже на вольте сегодня, я много дальников попробовал. Я играл на вороне, я играл на максе. На максе я слил, на вороне тоже слил, на вольте тоже слил. Играл на трех дальниках, вот, две катки вроде. Можно? Просто, ребят, я боюсь ульту набивать на вольте. Это еще одна ошибка моя, наверное. Убрать его. Я же с собой в тебе. Где-то третью силу, да, нужно. А тут вольт какой-то. А чё он меня так продамажил, алё? Я просто в шоке, да. Он меня капец как продамажил. Ты не продавлю до меня-то, а? Я же с тобой... Кстати, я просто не понимаю этот... Что делает вот этот Челс? Вот, что он делал? Он хотел два зайца одним махом, типа, то есть он меня хотел убить. И хотел, чтобы, как говорится, и рыбку съесть, на штуку съесть. Ну, понял, да? Брат, ты неправильный путь выбрал. Я ж тебя не дам. Или дам. А, чуть-чуть не хватило, ребят, я бы занял первое место. Чуть-чуть. Скажи, в каком городе Украины ты находишься, пожалуйста. Так ты скажи, в каком путь я скажу, я в нем или нет. Ты через какой программу стримишь? Я стримлю через YouTube с 1000 подписчиков доступны. Скажи просто, понимаешь, и мне, я не скрываю свой город, но, типа, я ж не буду сейчас рассказывать.
Просто скажи, где ты живешь? Ты ноунейм. Ты никому не нужен, реально. Ну, не, если ты, конечно, холдинг какой-нибудь, ну и то вряд ли холдинг, знаешь. Где живет холдинг, я знаю. Пожалуйста, пчела не надо. Ну просто ты скажи, я скажу, я там живу или нет. Ты что, тебе сложно? Мне просто так будет лучше. Я просто в ответах на вопросы говорил, где я живу. Нужно мои все видосы смотреть, чтобы знать, где я живу. Потому что вы сейчас спрашиваете, ребят, ответы на вопросы. Ищите видос, ответы на вопросы. 200 плюс просмотров набрал. Ищите тот видос, там было. Ну, как раз обо мне все и узнаете. Где живу, кто я такой. Если вам это интересно, спасибо за 20 плюс лайков. Можно как-то я вот рядом киномаз. Так, третий лева. Брата можно как-то? А, ладно, я не буду его. Может, пчелу присануть? Ну, тут смотрите, ребят, тут уже он не затащит это. Я просто присану пчелу туда подальше, потому что, ну, я понимал, что... А, третий мест Почавши носити зубні протези, я соромилася обідати з колегами. Але з колегами все змінилося. Я на вас.
О, ні. США там
разницы большой нет. То есть там просто меньше тимятся и все. А так там... Там все то же самое. Ну, ну типа там примерно, например, не 8 человек дойдут до центральной зоны, а дойдут 6-7 человек. Ну типа разницы особо не будет. Разницы особо не будет. То есть там разница есть только, что они в кучках не ходят. То есть они 5 человек не тимятся. Они тимятся, а они 2 человека. Я не убил, брат, ты что, забыл мою велосипед? Ну, как хочешь, как хочешь. Я тебя сейчас, так, да он тебя убил, так ведь. До свидания, ребят, Вольтяра, кто поменял. Вольт, Изиперс. Скачаю взлом. Так, напиши в инстаграм, кинь мне ссылку, пожалуйста, про почему удалил меня из ДР, ПС, никаких 20 кубков, ответь, пожалуйста. Я по приколу. Я хочу начать новую жизнь в Brawl Stars. Я хочу всех удалить и те, которые... Ну, зачем мне нужны? Я просто хочу все удалить. Я хочу на какой-то крутой клуб. Напиши мне в Дискорде, напиши. Стой, мне Дискорд? Ну, в ВК напиши, там ссылка в описании вроде на ВК есть. Если ВК есть, я не знаю, ну в крайнем случае, если ВК нет, то я тебе свой Дискорд покажу после камеры. Подходит? Да, конечно. Блин, мне третью силу на фарме, ребята, было бы круто. Марси, не туда, что? Лосяша, что тут?
мило. Знаете, мешал, и что? Ну, я тебе мешал, я бы тебя не убил все равно никак. Ну, как круче. Артем, Руф или Сергей, я у тебя... Понимаешь, но нужен скилл, чтобы со мной пушить трио. Брат, я не разыгран вообще. Я не разыгран вообще. Я в Бравл Старс играю до, я тебе скажу так, до декабря 2020 года я в Бравл Старс играл паров. Просто вот, ну есть Бравл Старс игра, есть Clash Royale, играю в Clash Royale, есть PUBG, играю в PUBG, ну так, просто паров. У меня уже не хочу. Я про это. А сейчас, с января, ну, с декабря я начал отдаваться Бравл Старсу и другие игры. Я мало очень играю, ну, даже если играю там где-то геометри, да, там кстати, катал. Я не знаю, я просто по приколу бывает. Возвращается в родную для себя мегаманду, которую он развивает уже более чем год. Но на самом деле, ребята, такую мегаманду я развиваю. У меня было много клубов. Она называлась и мага-банда, и мега-банда, и муха-банда. Но на самом деле, мега-банда не была. Но была мага-банда. Это, конечно, много. Что? Их тут двое, лол. Можно за снайп? Да, снайп только не
Я порохло хочу карточку на карту. Может, Карл тут не важно? Я порохло мне сливать не сливать. А когда больше идет из нефти, то я буду Это когда я на Ани апал, я тогда, ребят, я просто пал и летал. Я тогда, ребят, да, просто. Я тогда так я так встречаю, я всегда все в 6 часов. Даже если я ложусь, я встречу. У меня такой график. Смотрите, я ложился в 2 часа с 12, я в 2 часа я ложился, то есть раньше 12. Я те 2 недели на каникулах, я не ложился раньше 12. Никогда. Раньше 12 я не ложился. Не на, но купит. Холодно. Холодно? Но купит. Папа, купит. Холодно. Но купит. А что купить? Вань, что купить? Сини. Зелень. Сини. Задничай. Ну, не, ну купить. На всякий случай пусть сюда будет. Она у меня была, но я не использовала последний раз. Зря. Обалдеть. Какие. Ну ладно, господи, прям корову. Нет. Не на, сини, ну купить. Сата. Сына, ну купит? Да. Ну тут, ну по что? Сына, ну, сына, купит? Сына, сына, купит? Мало, полно. Ну, сына, ну купит? Ну не по, а ты сегодня так бабушке думал. Ты позвонил, да? Сын, ну купит. Ну,
Агония. Сразу играть. Давай ты можешь. Сейчас я хотел. Да, ты? Ну, все и так далее. Ребят, кидайте вот пригласки. Завтра или послезавтра кину инвайт. Да я, ребят, я всех инвайты приму, реально. Я вам говорю. Привет, да, привет, ребят. Удаляю друзей, добавляю новых ребят. Полностью удаляю всех людей, потому что... Ну, я просто хочу начать все сначала. То есть, кто у меня друзья? Я не могу добавить друзья в него. Так тогда, брат, тогда добавь меня в этот. Добавь тогда в этот. Он в друзья в Brawl Stars. Я слышал, меня пригласишь. Я вообще принимаю каждого. Ребят, я всех вас добавлю. Вот новеньких сейчас все рассмотрю. Да, старенький.